В этой части лесопарка еще несколько недель назад стоял шум от работающих пил. Сотрудники Истринского лесхоза по просьбе жителей выпилили здесь более 100 сухих деревьев. Они в ветреную погоду – угроза для жизни. Теперь проблема частично решена, и те, кто пользуется пешеходной дорожкой, соединяющей два микрорайона, конечно, рады. Доволен результатом и проживающий неподалеку Александр Касьянов, хотя в 1953 году он принимал участие в озеленении этой территории. Мы вырубали кустарник, орешник, волчьи ягоды, вот, а потом производили посадки. Нам подвозили, значит, молодые деревца, и мы сажали их. Говорили, что будут озеленять Москву, поэтому мы посадили их довольно часто. Конечно, жаль посаженных собственноручно деревьев, но безопасность все-таки важнее, говорит Александр Иосифович. Лес нуждался в обновлении, прошло ведь больше 60 лет. И созданный когда-то для украшения района, он стал доставлять только неприятности. Здесь как раз линии, электролинии проходят. На мой участок вот два раза падали деревья. Одну женщину здесь, это самое, по голове ударила веточка до крови. Как говорится, ну, мы терпеливый народ. Это место в городе не единственное, где требуются санитарные рубки, говорят инспекторы Госатомтехнадзора. Правда, сейчас работа в этом направлении активизировалась. Сотрудникам надзорного ведомства помогают и местные жители. Они подсказывают, где необходимо провести очистку от сухостоя. Большая вырубка проходила по скверу улица Речная, администрации городского поселения Красногорск. Далее, значит, вдоль улицы Лесной, лесополоса, там тоже вся сухостоя, тоже там, значит, проводится работа. Также мы добились, чтобы ликвидировали аварийные сухостойные деревни, это по улице Школьная за домом номер 20, где детская площадка. Там тоже порядка 40 деревьев были вырублены. Не закончена вырубка и на этом участке. Сухие деревья еще остались. Главное, чтобы убрали спиленные, волнуются местные жители, и расчистили площадку под новые посадки. Инспекторы обещали лично проследить судьбу деревьев, сиротливо оставленных на месте спила. Их ведомство запросит графики проведения всех работ. Валентина Титова, Никита Рощин, Марьяна Быстрова, КРТВ.